Дорогие друзья, сегодня я хочу познакомить вас с замечательным магазином тайских товаров под названием Тай Онлайн. Вот он. Можно сюда ткнуться мышкой. И куда же нас перенаправит? Перенаправило нас, в принципе, туда же. Но смотрите, как красиво все выглядит. Здесь вы можете заказать косметику, в том числе декоративную. В принципе. Вот нас перенаправило практически на косметику. Я здесь уже побывала, почитала отзывы, посмотрела видео. Ссылка на видео будет в этом ролике. И, кстати, ну как вы уже видите, вот в верхнем правом углу вы можете ткнуться на ВКонтакт. Кстати, вот у нас вкладочка открыта. И попадете на группу ВКонтакте Тай Онлайн, группа Тай Онлайн.ру, тайская косметика. Вступай в нашу группу и не пропусти розыгрыши подарков, новые акции и специальные предложения. Как вы видите, я здесь уже участник, вы участник, ибо вот она, я, моя страничка. Тут у нас есть всякая такая информация, картинка, единственный товар. Намного больше товаров есть на самом сайте. Да, конечно, кажется, что группа такая старенькая, дохленькая, и давно в нее никто не заходил. Но это совсем не так. Есть вопрос, есть ответ. Условия оплаты, условия доставки, как сделать заказ, предложение по улучшению сайта. Да, кстати, если вы найдете какую-нибудь опечатку или неточность, то можете сообщить товарищам, и они исправят, а вам в ваш будущий заказ или в следующий. Вот, смотрите, смело кидайте предложение и получите приятный подарок к следующему заказу. В общем, будет у вас заказ. И будет у вас за помощью в исправлении опечатки, ошибки или еще чего-то маленький бонусик. Мы сейчас не будем смотреть, кто мне написал, потому что как бы разговор у нас не об этом. Так, я надеюсь, вас не напрягает сообщение 1. Меня вот нет. В общем, в этой группе довольно много интересного материала. Допустим, сера. Что это? Тут вы можете прочитать, а что такое сера и в чем она содержится. Да, кстати, в этом магазине замечательным, хочу сказать, можно купить чай Кудин. У меня есть обзор на чай Кудин из моей чайной коллекции в моем плейлисте. Чайная коллекция или как-то так. И там есть один отдельный ролик, посвященный чаю Кудин. Вообще, в принципе, это не совсем чай, это куст падуб. Но если вам интересно, то опять же ссылочку я оставлю в самом ролике на этот самый свой обзор. А здесь мы ткнемся по ссылочке, открыть ссылку в новой вкладке. И пока она у нас загружается, я просто вам покажу, что тут есть. Да. Помимо ВКонтакта есть еще Facebook, Одноклассники, очень много всяких, видите, как ссылочки, мест, где можно с ними связаться. Если у вас какие-то возникли вопросы, даже вот Инстаграм у нас есть, Вайбер, Ватсап, Лайн. Кстати, Лайн, вот если вы смотрите аниме, то я думаю, вам знакомо это Лайн. Вот, в принципе, чисто азиатская такая сеть, японская попутно. Не знаю точно, вот откуда она родилась, но в аниме она очень часто встречается, этот Лайн. Я даже в свое время у нашего япониста, с которым как бы все еще общаюсь, куда без этого, с Кондретием вместе, я у него как-то выясняла, есть ли вот у него Лайн и что это такое. Вот тут есть Лайн. Если у вас тоже есть Лайн, то вы можете с ними пообщаться. Skype, Telegram. У меня, кстати, тоже теперь есть Telegram. И ICQ. Аськ в народе. Даже Аська у них еще есть. Уже есть, все еще есть. Магазин тайских товаров, тайская косметика. В общем, если вы любите азиатскую косметику, в том числе косметику из Таиланда, сделанную в Таиланде, то продолжайте со мной смотреть вот этот ролик. Продолжайте оставаться со мной. Вот тут у нас есть сера, а вот тут у нас есть Кудин. И да, это мой лайк. Лайк поставлен чисто потому, что они знают про Кудин. Бергамот, что это? Ну и опять же, показать полностью. Если вам интересно, что тут конкретно, то я просто оставлю ссылочку на эту группу ВКонтактике. Хотя ссылочка на сам сайт тоже будет, и вы вполне можете с сайта перейти и на ВКонтактовую группу.
и на какую еще другую группу в другой социальной сети, где у вас есть аккаунт. Вот у нас тут вполне себе. И что вот можно, допустим, найти? У них можно найти на сайте какую-нибудь масочку. Кстати, очень много всего интересного, даже вот этот сам шалфей можно найти. Что хочу сказать, очень бюджетные цены на товар в нашем магазине. Тот же самый Кудин. В принципе, вы можете найти Кудин на том же ЧБе, но по цене он будет примерно такой же. Тут уже за 100 грамм этого Кудина 694 рубля. Я считаю, что это вполне себе нормальная, хорошая цена, потому что, допустим, в том же каком-нибудь магазине чая на развес у вас будет примерно то же самое, а может быть даже дороже. А тут практически с первых рук. Да, магазин у нас зарегистрирован, находится, соответственно, в Таиланде. Ну и как бы намного интереснее покупать то, что где-то рядом практически выращено, чем то, что лежало непонятно сколько, непонятно где и неизвестно как хранившееся. И да, я советую Кудин. Если у вас какое-то простуда, то Кудин. И вообще отдельный ролик про Кудин есть. Вот у нас, снова повторяю, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, Скайп, Ватсап, Вайбер, Телеграм, Лайн и еще чего-то такое. У нас тут главное – язык, да, вы можете выбрать язык. Выбор валюты – у нас выбран рубль, ибо мы в России. Но хочу сказать, это, скажем так, можно даже сказать, мировой такой магазин. Здесь делают заказы по всему миру, то бишь можно сделать заказ в любой точке земного шара, и вам доставят туда, в любую точку земного шара. Анимация, обратная связь. Информация для покупателя, справочник, календарь, калькулятор, конвертер валют. Что у нас тут есть? Косметика, как я уже говорила, лекарства, биодобавки, кулинария, гигиена и разное. В разном мы можем найти носочки. Как сделать заказ? Сделать заказ, сейчас мы покажем вам, как сделать заказ. В принципе, вы можете... Любой товар, заинтересовавший вас любой товар, вы можете ткнуть на корзиночку. Вообще, я сейчас медленно так вот промотаю. Если вас заинтересовало это, вот уже вот интересно, вот на данной минуте моего разговора с этим роликом вам это интересно, и вы можете ткнуться в инфобоксе на ссылочку на этот сайт, сами зайти и почитать. Ибо если заострять внимание на каждом слове, то у нас будет просто нереально длинное видео, и не каждый его осилит. И вы, скорее всего, уснете, как под любое мое АСМР. Делают люди, любящие АСМР. Но тут все довольно прозрачно. В общем, сейчас я даже покажу. Примерно условия доставки. Вот давайте откроем их, как происходит доставка. Почтой Таиланда она происходит. Как определяется стоимость доставки? Я генерировала здесь заказ, и действительно доставка определяется уже в момент оформления, когда вы будете хотя бы даже индекс, страну, город, населенный ваш пункт, там улицу, дом и так далее. И уже внизу генерируется доставка, и вы можете выбрать, допустим, авиаперевозкой, если все товары позволяют это сделать. Или же, ну, допустим, масла не позволяют этого сделать, эфирные аромамасла, масла для тела и еще некоторые предметы. Или же все, что позволяет и аромамасла, и остальное тоже, это у нас, скажем так, поездом посылали. Наземный транспорт, вот у нас авиапочта и наземный транспорт. Что такое способ доставки? Кстати, тут очень все внятно и понятно написано, без всяких выкрутасов, как бывает на множество сайтов подобного типа, без всякого так отписали, будто плевать на клиента, тут сразу видно, что на клиента совершенно не плевать, а клиент очень даже нужен. Как быстро будет собран заказ? В принципе, вот в течение 1-3 дня это самый нормальный вариант, потому что даже на той же Green Mom, когда я делала заказ последний раз,
Он как-то вроде и собрался, но долго как-то до почты шел, видимо, пешком. Но у нас разговор не о гринмаме. Как быстро идет посылка из Таиланда? 3-4 недели до Владивостока, 2-3 недели до Москвы. Я думаю, в принципе, как раньше ходила с Алиэкспресс. Ну или иногда до сих пор с Алиэкспресс так ходит. Вот самая долгая, смотрите, 39 дней, самая быстрая 5 дней. Я думаю, самая быстрая 5 дней, это если вы посылали самолетом или же вы недалеко от Таиланда. Ну, я прилично от Таиланда. Я даже как-то не измеряла в километрах, сколько я от Таиланда. Можно ли отслеживать посылку в пути? Можно, видите, можно и там, и там. А что делать, если посылка не дошла? Если посылка не дошла, я, конечно, могу вам своими словами сказать, а вы можете прочитать. Ну, если хотите, я могу и сказать. Если посылка не дошла в течение 60 дней с момента оплаты заказа, мы произведем полный возврат денежных средств на указанный вами счет. В случае возврата посылки по вине клиента из-за неверно указанных данных или отсутствия получателя, поэтому будьте внимательны в указании своего адреса или ФИО, или же как-то сделайте так, чтобы если вы куда-то уезжаете, или внезапно попали в больницу, мало ли что случается, или что-то такое, то чтобы у вас был кто-то, доверенность оформите. Самый оптимальный вариант на того, кому не лень дойти до почты. Мы согласны повторно осуществить отправку при условии доплаты вами за доставку. Стоимость доставки возврату не подлежит, к сожалению. Ну, зато оно как бы все, ну, законно, цивильно. И прозрачно. Наш магазин не несет никакой ответственности за действия таможенных и почтовых служб вашей страны или города и никаким образом не может повлиять на скорость их работы. Однако мы оказываем содействие со своей стороны и подсказываем, какие нужно предпринять шаги. Ну, с другой стороны, наша почта и опасна, и трудна, российская, думаю, иногда и не только бывает российская, но будем верить лучше. Почта России стала лучше. И таможка тоже. Если у вас есть опыт заказов зарубежных магазинов, а я думаю, сейчас каждый третий на Алиэкспресс что-нибудь заказывал и на подобных сайтах, то, думаю, знаете, по поводу таможки, в принципе, вот мне не было таких проблем, чтобы таможка что-то вскрывала. А я заказывала и на Тинедели, и на Light in the Box, и на Али, и еще где-то там. Вот у нас тут 1% по статистике посылок, что не дошли до получателя из-за указания неверного адреса. Это дает нам право абсолютно положительно отзываться о работе всех звеньев цепочки от начала оформления заказа и получения его клиентом. Момент условия оплаты. Условия оплаты тут, конечно же, всегда предоплата полностью. Почему предоплата? Потому что как бы их почта не умеет работать, в отличие от российской почты, с наложенным платежом. Но зато вы можете оплатить с помощью банковской карты, системы Visa или MasterCard, в отделениях Сбербанка, наличными в салонах связи или при помощи автомата для приема платежей. Но я думаю, оптимальный вариант это Яндекс.Деньги, если у вас есть PayPal, Western Union и других электронных кошельков. В общем, картой какого-нибудь банка или Яндекс.Деньгами. Самый оптимальный вариант, я считаю, в любом магазине такого вида. При необходимости наш менеджер подробно проконсультирует вас и поможет произвести платеж выбранным вами способом. Вот видите, к вам пойдут навстречу. Можно ли отменить оплаченный заказ? Заказ можно скорректировать или отменить только до момента его фактической отправки. Отправленный заказ отмене и возврату не подлежит. Заказ считается выполненным после передачи отправления службе доставки. Можно ли оплатить заказ частично в рассрочку или при получении? Как я уже говорила, нифига такого нельзя. А вдруг я заплачу, а заказ не придет. В этом случае, если по вине магазина посылка не доставлена получателю в течение 60 дней с момента оплаты заказа, мы произведем полный возврат денежных средств на указанный вами счет. Мы работаем полностью легально и соблюдаем законы. Наша компания нацелена на рост и долгосрочное развитие, поэтому нам нет смысла обманывать клиентов, рисковать нашей репутацией ради небольшой сиюминутной выгоды, в отличие от многих продавцов Алиэкспресс. И вот дальше мы подходим к системе промокодов. Что такое промокод? Если вы не знаете, то промокод – это набор определенных разных символов. Чаще всего букв и цифр. И что дает наш промокод? Промокод обычно дает возможность
получить скидку от цены товара или, допустим, даже подарок. Вот, допустим, в Фроше чаще всего промокоды позволяют получить какой-то подарок в довесок к подаркам самого сайта за заказ. Иногда бывает промокод на скидку в том же Фроше. В нашем случае промокоды дают скидку 10% на весь ассортимент магазина. Вот что такое промокод. Промокод представляет из себя последовательность букв и цифр, которую можно внести на нашем сайте при оформлении заказа, чтобы получить скидку 10%. Ну, а тут уже сказано про то, чем занимаюсь я. Да-да, если вы используете мой промокод, сходя по ссылке, даже если вы просто используете мой промокод на этом сайте, получив скидку себе 10%, то от вашего заказа я получу себе, скажем так, тоже небольшой процентик. Ну и правда, я получу это только в том случае, если люди сделают как минимум 3 заказа. Не обязательно один человек, не обязательно много человек, но именно вот что 3 заказа. Если вас это не смущает, то продолжайте смотреть это видео. Как это работает? Если вы хотите так же, как я, рекламировать этот сайт, то можете написать товарищам. И вам тоже будет счастье. Единственный момент, что как бы на вашем канале должно быть минимум 1000 подписчиков. Насколько мне известно, как я узнала тут из информации еще одной. Почему это выгодно? Почему это выгодно? В принципе, это всем выгодно. Да, вот единственное ограничение у промокода, промокод действует 90 дней, то бишь 3 месяца. По истечении этого срока можно получить новый промокод. И если дело пойдет на ура, или же меня вдруг это заинтересует, я, может быть, даже сама тут что-то закажу, да, я сама могу использовать тоже этот же промокод, могу использовать я, куча совершенно людей, и куча раз этот промокод можно использовать. Да, вот тут видите, как я сказала, что не менее 3 покупателей воспользуются. Если не менее 3 зрителей проникнется вот этим вот обзором и решит заказать что-то себе, и не только себе, то я получу процентик. А если никто не вдохновится, ну просто будет опыт записи видео с экрана монитора. Все время, не все время, всегда хотела, давно это хотела попробовать, и вот Мовави мне вдруг внезапно это позволило попробовать. Да, мои проблемы с этой программой все-таки решились в лучшую сторону. И как бы у меня тут даже случилась причина, по которой мне захотелось, вот, точнее, вот я смогла, вот у меня причина появилась, потом вдохновение родилось, и вот я пишу уже вам ролик с экрана монитора. Контроль, статистика, как получить промокод для распространения. Ну и у нас тут есть контакты. А контактов у нас просто море дофига. Электронная почта, мессенджеры, аж целых 5. Группы в социальных сетях, аж целых 3. И даже Инстаграм. Форма для обратной связи. Если по каким-то причинам вы не хотите писать нам на почту, обращаться в мессенджер или заходить в соцсети, можно написать нам через форму обратной связи. Допустим, вы параноик и не хотите светить свой телефонный номер, свой e-mail или свою страничку ВКонтакте. И вот у нас юридический адрес магазина. Как я уже и говорила, он находится у нас в Таиланде. Ну, справочник. Что мы тут еще посмотрели? Календарь, калькулятор, группы. Пожалуй, я думаю, мы вернемся к нашим товарам. Даже, можно сказать, к нашим баранам. Грузись, сайт. Грузись. Интернет вроде есть. А сайт уснул. Уснул наш сайт. Да, кстати, промокод будет в инфобоксе. Мой промокод. С моим ником. Мне дали такую возможность выбрать ник. Точнее, сгенерить что-то с ником моим. iForever и некие цифры. Ой, подождать, страница не отвечает. Ну ладно, мы берем другую часть сайта. Мы не брезгливые. В этом плане косметика. Мы без особых претензий.
И да, что хочу сказать, вот самый конкретный первый и единственный подводный камень. Здесь очень дорогая доставка. Хотя, смотря какие у вас понятия о дорогой доставке. Допустим, если вы заказываете на каком-нибудь Бонприкс, то вы обычно оплачиваете сервисный сбор, а там чаще всего идет доставка почтой, и на почте вы еще оплачиваете некие сборы. Допустим, если сервисный сбор рублей 300, то на почте вы еще доплатите рублей 300-350, и итого будет около 600 рублей. Та самая доставка, которая, допустим, вышла мне, когда я генерила заказик, и на мой заказ сумму на 560 где-то рублей, на вес где-то 500 грамм, доставка наземным транспортом, у меня вышло 600 с лишним рублей. Сам заказ вместе с доставкой у меня вышел на 1100 с хвостиком. Если же перевозкой авиа, то у меня бы вышло на 1500 где-то тысячи, потому что 999 где-то так была у нас доставка авиа. Если же делать большой заказ, допустим, на семью, на друзей, если вы решили закупиться и барыжить для себя и того парня, то у вас, конечно же, окупится эта доставка в разы, потому что вы, в принципе, можете делать какую-то наценку на свой товар, как, допустим, когда вы занимаетесь какой-нибудь косметикой Avon. Но, с другой стороны, тут очень бюджетные цены на косметику. Тут есть мыло, которое мне дарила подписчица Лёлька из Тюмени, и оно стоит всего лишь 58 рублей. Я сейчас даже, может быть, до него дойду. В общем, пока я вот делаю, пока оно пусть грузится у нас. Я тут наоткрываю страничек, Но если у вас есть промокод на скидку, который, на скидку 10%, кстати, немало, который действует на все товары данного магазина, и вы при этом наберете какую-то конкретную сумму, то я думаю, даже этой скидкой можно вполне покрыть расход на ту же доставку. Хотя, если вы, допустим, живете не в России, а в каком-то другом месте, другой стране, скажем так, возможно, у вас доставка будет дешевле. Но если вы сомневаетесь, можно ли делать заказ на этом сайте, то на просторах YouTube есть замечательный ролик одной русской женщины, да, я его смотрела, которая делала заказ на этом сайте 9 месяцев назад. Скорее всего, код бонуса у нее уже не действителен, но если вы не хотите, чтобы именно я получила копейку с этого ролика и вашего заказа, то можете попробовать ввести ее код бонуса. Он у нее тоже указан в инфобоксе. Она делала заказ, она его обозревала, и некоторые вещи она даже уже пробовала на тот момент. И я ссылку оставлю на нее в этом видео. Так, кондиционер от выпадения. У нас есть кондиционер для волос. Я сейчас просто вот быстро промотаю. Если вас это заинтересует, вы сами можете зайти и посмотреть более внимательно и более дотошно. Органически очищающий кондиционер на основе моринги. Для волос на основе бамбукового угля. Органический детокс-кондиционер. Что хочу сказать, бамбуковый уголь – превосходная вещь. У меня было мыло с бамбуковым углем. Очень мне нравилось. Сыворотки для волос. Если вы этим страдаете, то вам самое то. Маски для волос. Вот маски для волос – это вообще, по-моему, шикарно. Смысл жизни практически всех. Не в том плане, что именно смысл жизни, но маски, они как бы всегда нужны. Маска от выпадения. Маска на основе бергамота и моринги. Масло с маслом бергамота, лечебными травами. И смотрите, цены. Ну, 520 за 150 грамм с пурпурным рисом. Да, кстати, я вот навела мышкой. Единица товара, кликните, чтобы добавить единицу товара в корзину. Давайте кликнем. Да, видите, ее можно послать авиапочтой, а можно послать наземным транспортом. И что у нас вылезло такое окошечко? Мы можем оформить заказ, условия оплаты, условия доставки, отменить заказ, а можем положить в корзину и продолжить. И да, кстати, можем увеличить это. Допустим, две маски, да? Хотим купить себе и кому-то в подарок. Или наоборот, кому-то сказать, знаешь, Манечка, у меня есть такая чудесная маска, она мне так понравилась. Хочешь, я тебе ее продам. Или отрекламить кому-нибудь где-нибудь, открыть какой-нибудь самопальный магазин,
или зарегиться этим самым частным предпринимателем и барыжить, допустим, помимо прочего, вот этими вещами. Мы нажали на добавить корзину, у нас тут вырисовалось такое окошечко, товар добавлен, да, и вот у нас вот здесь уже сумма этого всего счастья. Как я говорила насчет мыла, в общем, такое же мыло или примерно такое мыло можно купить, допустим, в Угличе в паре, я думаю, мест. Но оно будет стоить уже не 58 рублей и даже не 100, а в лучшем случае 300 или 350. С одной стороны, как бы я и сама могу сделать мыло, или вы там можете себе наваять мыло. С другой стороны, натуральное мыло, круто. И за такие практически смешные деньги, можно сказать, копейки, с учетом, что если бы купили это мыло за 300-350 рублей, а тут заплатили 600 рублей за доставку, оно у вас вполне себе окупается. А помимо прочего, у вас тут еще будет скидка по промокоду 10%. Маски для лица. Вот, для любителей масок, тряпочек для лица, мне кажется, это самый тут рай прям. Смотрите, 300 практически, 350 рублей, ладно, 349 рублей за 5 штук. Ее можно и самолетом послать, если вы хотите скорее. Или наземной почтой, если вам не обязательно вот ждать. Ну, придет оно и хорошо, придет через месяц, или придет через полтора, или через два, крайний срок самый. Вы как бы не помираете и вполне можете подождать эту маску. То бишь, сроки доставки для вас не критичны. Маска на основе слизи улитки и биоактивного золота. Однажды мне что-то такое подобное дарила моя подруга одна. Слизь улитки. Маска с жемчугом и коллагеном. Снова улитка. Бедная улитка. Да, кстати, здесь можно купить алоэ вера гель и лосьоны на основе алоэ вера. Конечно, будет подороже, чем, допустим, в Савенде, но подешевле, чем у Холика. Набор фруктовых и овощных масок для лица. Маски. Да, кстати, тут даже маска с черникой есть. Маска для лица с черникой. Вы можете ее поесть. Мотаем вниз. Да, даже вон скрабик есть, маска-скраб. Крема для лица, кремы. Смотрите-ка, с жемчужинкой. Крем на основе жемчуга и коллагена. Крем универсальный, 8 в одном. Это, кстати, вот я сейчас его даже открою в другой вкладочке, пока оно грузится, я вам тут еще пролистаю. Он как раз вот в тот вариант этого самого вашего BB-крема, CC-крема. Грузимся. Ну, грузись. Мы не торопимся. Вы же еще со мной? Вы же еще все это смотрите, дорогие зрители. Сыворотки для лица. Улиточная эссенция для лица. Сыворотка на основе черной икры. Вот ее можно поесть, эту икру, а кто-то ее в физиономию втирает. Да, кстати, здесь можно купить зубную пасту или, допустим, зубную щетку, где щетинки обработаны специально бамбуковым углем, и это дофига полезно. Против старения лица. Масла для тела. Ну да, тут уже самолетиком не пошлешь. Масло ананасовое. Кремы. Что-то у меня с ударением напряг. Мне-то удобнее сказать крема для тела. Да, кстати, я тут даже увидела Colgate, одну зубную пасту. Ну, не то, что у нас продается, а, видимо, Colgate, она повсеместная. Вот они, гели для тела. Натуральный гель с алоэ вера 120 мл, 209 рублей. Да, вот оно дороже, как бы, чем в Саванле, но дешевле, чем в Холика.
гель для тела от растяжек и морщин, гель на основе алоэ вера с дозатором. Вот этот мне вообще понравился. Чисто визуально гель на основе алоэ вера в тюбике. Тут у нас для груди. Против целлюлита. Для ног. Декоративная косметика. Вот наш BB-крем. Спонжик, удлиняющая тушь. Вот видите, я тоже вижу эту ошибку. Если вы им напишете жемчужная пудра, шиммер и набор тени карандаш и тушь для бровей перепутана с картинками и местами, то вам сделают маленький бонусик, помимо вашего 10% кода на скидку. На скидку 10% моего кода с моим ником. И будет вам конкретное такое счастье. Жидкосмягчающая помада-крем. Сияющий шиммер для лица. Ну что, загрузилось у нас там? Не, все еще грузится. Ну, однажды оно загрузится. Надеемся. Это не сайт виноват. Это, подозреваю, мне просто интернет немножко тормозит. Одежда. Вот, у нас тут есть носки турмалиновые. Может быть, вы знаете, что существует такая актриса и певица, и, помимо прочего, все это, телеведущая и так далее, Наталья Эррера. У нее однажды, когда-то давно, был альбом с подобным названием «Турмалин». Или как-то так. Ну, в общем, мне эти носки турмалиновые очень напомнили альбом Натальи Эррера. Она там еще на обложке была такая, в шортиках, кажется, красненьких, с рожками и крылышками. Массажные тапочки с биоактивным камнем. Палантин из кашемира. Кстати, вполне себе недорого. 349 рупий. Шарфик. Правда, на данный момент не наличие. Для массажа. Разное. Кейс для таблеток. Спрей минеральный. Вот у нас спортивная экипировка. Шортики. Наверное, для тайского бокса. Перчатки боксерские. Красные и черные. Наборы. Со всяким всячеством. Вон тут даже мыло это есть. Одно из. Ну, возможно, тот зеленый крем у нас не загрузится. Но я думаю, особой проблемы в этом нет. Если вас он заинтересовал, то вы можете сами зайти на сайт и глянуть. Вот у нас идут шампуни. И если, допустим, шампунь тайский, уж не помню, как его там называли, который мне дарил Влад пару раз с мандарином, на том же Озоне стоит около порядка 800-900 рублей за 250 миллилитров, то здесь вот те же 250 миллилитров можно купить за 380 рублей. Шампунь-антиоксидант с мотыльковым горошком. Хотя Ирочка, которая у меня часто бывает в стриме, Прохорова, кажется, мамочка молодая, возмущалась этим мотыльком, потому что как бы в Таиланде люди едят, как она сказала, не знаю на самом деле, ли, всяких там насекомых мотыльков, то в России как бы их не едят. Но в принципе, вот я купила в Гринмаме шампунь, сделаю на днях обзор как раз на него, дизлайковый такой. Вроде как все такое натуральное, все такое хорошее, химия химией. У меня волосы после него стали еще более жирными, чем когда-либо до. А здесь с мотыльковым порошком. Мы же не будем есть этот шампунь, мы будем мыть голову. Я к тому, что вроде как можно купить что-то с чем-то непонятным, а можно купить что-то, пусть даже с непонятным и как бы странным для нас, россиян, да, ну или каких-то еще других людей, другой нации, но при этом как бы качество продукта и эффект от него на это влиять не будут. Шампунь-кондиционер от перхоти на основе кафир-лайма. Или кафир-лайма, хрен знает. Органический шампунь от поврежденных, для поврежденных волос с авокадо, восстанавливающий шампунь с имбирем и цитрусовыми. 301 миллилитр. 409 рублей. Я думаю, 300 миллилитров, скорее всего, просто возможная опечатка.
Хотя не факт. Органический шампунь с алоэ вера. 250 мл, 349 рублей. Вполне себе нормальная цена. Органический детокс-шампунь на основе бамбукового угля. Да, конечно, он будет дороже, но бамбуковый уголь как бы на дороге не валяется. Вот у нас тут даже есть как бы наборчик. Набор шампунь и кондиционер. Натуральный кокосовый шампунь. Даже по сумме выходит меньше, чем вот, допустим, вот эта цена. Смотрите, я навела мышку, у нас цена товара 144Б, 4,51 доллар, 3,86 е, в смысле евро, или 279 рублей. В общем, много всего замечательного и интересного. Да-да, я думала, что я огляделась в наборе с сывороткой для роста усов и бороды. Шампунь для мужчин. Сидит такой себе мужик, немножко с такой бородкой никакой, а ему хочется такой пышной бороды времен до Петра в России, до петровских времен, таких конкретных усов, чтоб они еще закручивались, из них можно косичку сплести. И страдает такой, как бы, где бы, что бы. А тут вон есть шампунь для мужчин в наборе с сывороткой для роста усов и бороды. Всего лишь за 524 рубля. А в сумме это у нас 265 миллилитров. Или же 340 грамм. Авиапочта недоступна, к сожалению. Вес с упаковкой. Но зато почта наземным транспортом доступна очень даже. Мыло. Вот, кстати, мы перешли к мылам. Ну, смотрите, 58 рублей вот за это вот мыло. Ну, это же вообще копейки. 116 рублей за мыло, 160 грамм мыла для лечения кожи. Мадам Хэнк. Не сильная в тайском, уж простите, если вдруг что-то не так произнесла. Ароматный гель для душа. 500 миллилитров, 345 рублей. Где вы такое счастье еще найдете? Мыло для лица и тела на основе кокосового масла и жасминового риса. Кстати, именно это мыло было в обзоре той мадмуазель либо мадам на просторах интернета ролик, который я нашла. И ссылка на него, соответственно, конечно, будет в этом видео. Мыло с ароматом манго. Вот, наверное, такое же вот мыло мне как раз вот дарила Лёлька из Тюмени. 58 рублей за штучку. 50 грамм. У нас это мыло можно было, наверное, купить бы за 300, если не больше. Натуральное мыло молочно-кукурузное, 90 грамм, 78 рублей, слушайте. Вообще, это целые так и просятся к вам в карман. Точнее, забрать ваши деньги из кошелька и прикинуться вам товаром всяким. Натуральное мыло ручной работы с манго и медом, 58 рублей. Натуральное кукурузное мыло, 90 грамм, 78 рублей. 110 грамм, 149 рублей, это мыло ананасовое на веревочке. Слушайте, такое прикольное. Ну, вы сами видите, на веревочке. Вот у нас перешли мы к зубным пастам. Но тут очень много всяких разных отбеливающих зубных паст. Кстати, о зубных пастах тоже есть в том ролике, на который, опять же, будет ссылка в этом видео. Тут даже есть детская зубная паста. Возможно, помимо меня еще у кого-то остались молочные зубы. Хотя я знаю, что мне некоторые люди писали в основе ВКонтакте в личку, как минимум 3 или 4 человека, с подобной проблемой, как у меня, насчет молочных зубов, то, я думаю, они найдут тут себе что-то. Вот детская зубная паста. Традиционный тайский отбеливающий зубной порошок. Ну, смотрите, Colgate. Зубная паста Colgate с углем. 285 рупий. Для полости рта вот та самая наша зубная щетка. Давайте добавим ее в корзину. 126 рублей. Положить? Вот чтобы, смотрите, товар добавлен в корзину с покупками. Правда, у нас тут из-за необновления, так как это вообще другая вкладка, у нас учитывается только то, что мы сейчас добавили.
Но зато смотрите, корзина с покупками, если наводите мышку на эту корзину, то у нас вылазит такое окошечко «Корзина с покупками», название «Бамбуковая», «Зубная щетка», количество 1 штука, итого 126 рублей. То бишь, если вы вдруг забыли, что где, то тыркнулись сюда, и у вас тут вылезла корзиночка. Скрабы. Уж скрабы-то, я думаю, любят практически все. Скраб для тела с кофейными зернами. Спа-соль с ананасом. Скраб для тела с тамариндом. И вполне себе бюджетные цены. Даже, в принципе, дешевле, чем в том же Саванне. Если 250 мл на 209 рублей, то это вообще практически даром. Так что, если вы тут нахапаете всего дофига, а еще используете мой код на 10% скидку, то вам вполне эта доставка не покажется такой уж обдирающей. Молочный скраб для тела. Щадящий спак-скраб для лица. Детокс-скраб для лица с папайей. Кофейный скраб для лица. Не напоминает ли вам эта баночка баночки Organic Shop, которые как бы такие все офигеть натуральные, но на самом деле ничего особо стоящего из себя не представляют. Дезодоранты, вот тут наш этот дезодорант, антиспирант, кристалл. Меня как-то спрашивали в комментах, пользовалась ли я им или нет, но я использую как бы уже несколько лет самопальный дезик, в частности в основе. Сам себя не порекламишь, никто не вспомнит. Хотя ссылка под ссылками будет в инфобоксе на мою же группу ВКонтакте, посвященную этим всем рукоделиям. В общем, использую я, в принципе, на основе воска пчелиного и кокосового масла дезик. Но если вы давно мечтали купить себе дезодорант, антиспирант, кристалл, не знали, где его найти, то здесь, смотрите, 116 рублей за вот такой вот кусочек. Кстати, этот кристалл в том же ролике, о котором я уже несколько раз говорила в этом видео, есть в обзоре. Даже интимный дезик для рожавших женщин. Чего только не бывает. Спрей-освежитель для тела. Для умывания. Тоже, в принципе, приемлемые цены. Восстанавливающий скраб для лица на основе имбиря и цитрусовых. Увлажняющий скраб для лица с авокадо, пенка для умывания на основе тамаринда, ёшкин кот. И опять у нас бамбуковый уголь. От прыщей акне. Для ног пемзочка. 120 рублей штучка. Смотрите, цветная. И у нас тут все еще грузится. Кулинария, чай. И что-то у нас тут сайт уснул. Сайт уснул. Чай, кошачий ус. Чай с линджи и рейши. Насколько я поняла, это какой-то гриб. Чай гарциния для похудения. Кстати, здесь можете купить улун. У нас тут матум. Синий чай для зрения. Такой чай раньше продавали на Али, насколько мне известно, там уже пару лет, как, если не 3 года назад, запретили продавать чай. И может где-то что-то продают из-под полы, и в описании одно, на самом деле другое. И если вам нравится покупать каштан в мешке, то, конечно, идите на Алиэкспресс. Но если вы хотите что-то вот подобное, а в местных магазинах даже на том же ЧБ вот этого стопудово нет, то вам самое то сюда, 157 рублей штучка, такая вот пакетичек. Чай для похудения, чай лимонник, лимонная сорго. Я подозреваю, что, скорее всего, это ошибка, что обычно пишут сорго. И если вы в этом тоже уверены, и Яндекс, Гугл или еще что-то говорит, что да, тут очепятка, то вы можете снова написать в группу ВКонтакте, в Одноклассника, короче, дать знать товарищам на сайте, они исправят, и вам будет какой-нибудь бонусик, помимо моего кода на скидку 10% в вашем заказе. Чай Розелла Каркаде. Чай Тегуанин. Очень даже нормально. Чай Улун.
Скорее всего, судя по цене и количеству вот этого вот, это какой-нибудь очень третьесортный гуанин. Да, хунпао вполне себе нормальная цена. Чай пуэр тоже вполне себе хорошая пуэрная цена. Наш кудин, чай габа, жасминовый чай. Тайский красный чай, тайский изумрудный чай. Кстати, тайский изумрудный чай однажды я покупала, когда у нас еще был жив магазин Окинава, и там очень редко, метко, в небольших количествах были некоторые интересные вещи. Так что советую. Тайский золотой чай. Кофе растворимый и 3 в 1. Приправы и специи. Корица. 200 грамм, 240 рублей. Красный чили, сушеный. Анис. Солодка. Паста для приготовления супа том-ям. Суповой набор из 5 специй. Сухие листья бергамота. Конечно, если у вас растет этот самый бергамот, то вам это ни к чему. Но если у вас он не растет, или вы не знаете, где бы его надыбать, то вполне себе нормально. 157 рублей за такую упаковочку. Фрукты. Вот тут у нас уже пошли финики и всякие такие прикольные штуки. Если вы хотите собрать себе самопально чай бабао, о нем у меня тоже есть ролик. Все-таки, наверное, я оставлю просто еще ссылку на плейлист «Моя чайная коллекция». И вы можете посмотреть, если вас что-то заинтересует, или вам очень что-то интересно, или вы еще не смотрели, или хотите обновить свои знания о том, что я уже говорила. Китайский финик сушеный. Он как раз входит в состав чая бабао. Можете тут заказать. Смешать некоторые ингредиенты, и будет вам счастье. Манго сушеная, манго вяленая, папайя вяленая, манго сушеная, дайкам. Чего тут только нет. Конфеты. Фруктовые конфетки-нитки. Что-то вот на картинке они мне напоминают на жевательный мармелад червячки. Кстати, жевательные конфетки с фруктом личи. Конфеты с манго, тайская еда, масло, всякое разное. То бишь не только для тела, но и в еду можно положить. То бишь отдельное масло, которое можно положить в еду. Обновилось. Вот у нас вот. Крем универсальный 8 в 1. Если долго мучиться, то все-таки загрузится. 40 грамм, 283 рубля. Вот даже корейская, по корейской формуле он своянен. Так что, если вы хотите что-то такое, то вот тут самое то. Вполне бюджетно. Да у нас тут, почему нельзя заказать больше 10 штук одного товара? Большее количество одинакового товара по ссылке может быть расценено таможней как оптовая партия, что влечет за собой различные ограничения. Если вы хотите заказать у нас какой-либо товар в количестве более 10 штук, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом из перечисленных в разделе «Контакты». Но я думаю, допустим, даже 10 или даже 7 штук каждого товара, если вы вдруг решили барыжить благодаря этому сайту и чем как бы делая наценку на продукт, когда будете продавать его кому-то там, или в своем магазине, или еще где-нибудь, как, допустим, если вы барыжите Эйвоном, Фаберликом и прочими каталожными косметиками, то фирмами каталожными, вам вполне себе хватит вот этого всего, чтобы окупить свои затраты на доставку, ну и, я думаю, затраты на сами заказы вообще. Это у нас уже было, это я уже показывала. Биодобавки для здоровья и иммунитета. Картинка загрузилась. Грузись, грузись, рыбка большая или маленькая. Ну, пока оно у нас тут грузится, мы посмотрим тогда лекарства. Бальзамы, да, кстати, вот смотрите, тут все очень удобно. Название магазина, потом разделы, потом переключить вид, можно так, можно так, можно так, можно так, по категориям.
Либо же по цене, по названию, по весу с упаковкой. Сортировка. Еще. Вот сейчас прям при вас войду в это еще. Сама еще не заходила в это еще. Фильтры. Показывать товары. Только товары в диапазоне цен. Потом показывать только товары в диапазоне веса с упаковкой. Показывать товары, которые нельзя отправлять авиапочтой. Показывать товары, которых нет в наличии. Применить. Здесь же у нас, допустим, раздел лекарства и подразделы. Бальзамы, ингаляторы, женские секреты для кожи от температуры, от кашля, от паразитов, йод и пластыри. Всего дофига. Ладно уж, я промотаю вам. Вон тут набор. Набор подарочный, бальзамов подарочный. 855 рублей за упаковку. В ней у нас 12 штучек. Бальзам Кубок Здоровья, 58 рублей. Бальзам Обезьяна. Вот прям смысл жизни всей. Бальзам Обезьяна. Крем Ланган от боли в ногах. Допустим, раньше в Гринмаме был крем хороший Артронет. Артрогели, как-то так. Но его 100 лет назад как сняли, уже года 4, наверное, и, к сожалению, замены так и не предложили. А тут вот есть, я подозреваю, что он вполне бы помог тем, кто пользовался Артронетом, Артрогелем, или как там его, с акульим хрящом он был, этот Артрокрем в Гринмаме. Если колени мазали, то все проходило. Ингалятор лечебный шариковый. Женские секреты. Для кожи. От температуры. От кашля. От паразитов. Йод. Пластыри. Биодобавки. Не хотят грузиться. Совсем не хотят. Нет, загрузились. Смотрите, вот у нас тут для здоровья иммунитета, при помощь при болезнях, для похудения, для женского здоровья, для мужской потенции. Чего у нас тут только нет. В общем, вот такой разнообразный на товары сайт. Разное мы видели. Гигиену, кулинарию смотрели. Биодобавки, лекарства и косметика. Можем просто зайти сейчас на главную. Если вас заинтересовал мой обзор, то ссылка на сайт в инфобоксе. Там же вы найдете словечко кодовое, оно же промокод, который даст вам скидку 10% на ассортимент, весь ассортимент товара при заказе на этом сайте. Если вы осилили это до конца и не хотите плеваться в меня тапками и кидаться в монитор, не забудьте, что мониторы ваши, а не мои. И вы пораните только свой монитор, а не мой. И если вас не коробит от того, что от вашего заказа я получу какой-то процентик, то проходите по ссылке внизу. В общем, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Прощевайте.